У многих возникает проблема с поиском снеговика на карте Нарвик и того места, где его можно состряпать. По заданию нам надо слепить снеговика, нам дают за него 20 тысяч опыта, если не ошибаюсь. И все вероломно бегут на карте искать, на точке А искать этого снеговика, но сразу скажу, его там нет. И где его искать, я наткнулся на него чисто случайно, для этого надо зайти за Британию. Вот вы сейчас видите эти кадры. Много людей пытается его найти, но не получается, его просто практически там нету. Поэтому можете не гуглить, не искать старое видео, снеговика отсюда перенесли. И куда же? Ну, давайте посмотрим. Итак, наткнулся я на него чисто случайно, бегая, подумав, где-то может в горах его, чтобы подальше от боя. А нетушки, вот он стоит, и ничего с ним сделать нельзя. То есть, если он построен, вам надо его что сделать правильно? Надо его разрушить. Поэтому берем любой класс, у кого есть взрывчатка, лупаем по снеговику из гранатомета, там закладываем C4. Вот видите, какой стойкий, блин, собственно, снеговик. Но снес я ему голову, решил положить еще ему взрывчаточки, чтобы точно уж наверняка... И взорвать его к какой-то там матери. Бадабам. И еще беру взрывчаточки. Чтоб уж полностью отправить снеговика на тот свет. Но взрывчатка даже не взрывается, видите? Это, наверное, признак того, что все, там ничего нету, и можно спокойно строить. Здесь какие-то мне еще черти решили помешать, но, слава богу, обошлось. Он, наверное, тоже бежал построить снеговика. Но после того, как вам никто не мешает, берете молоток в руки и ищите место установки снеговика. И почему-то лопатой его лепите. Довольно-таки интересный подход со стороны DICE. Ну, я надеюсь, это видео было для вас полезным. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.